Еды. Выходим. Доту катать. Сейчас приду, помогу. Ержан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Балдёрный геймплей, что сказать на этом, на саппортах. Стою сзади, скиллы откидывай, балдёж, на хей так играл. Ты своей ебучей ультой снимаешь пассивку, нахуй. Нет, не понимаю. Вот я тебе говорю об этом, блядь. Да, мне похуй. Эй, Натарис, лол, Джики, чё вы не сказали, я с этого... Ну, мне похуй, тогда не играй в рейтинг, раз тебе похуй. Играй просто ебучий алпик. И мне похуй тоже тогда будет. 40 минут плачешь, блядь, как девочка. Раз ты долбоёб зашёл в рейтинг, то будь добр, свою ульту юзай в Бристлбека. Будь добр, заткни ебало нахуй своё. Конченый ублюдок. Выйдем кого-то, бля, в очко, хотя бы одного. Сейчас по карте взяли. Бристлбека никого. Это только землю или зевса? Охуенный скан. О, чё? Пошли быстрее, мы идем. Сильный скан, пацан, сильный. Куда? Вы там сейчас все умрете, долбоёб. Это ва-банк, короче. Ва-банк. Ва-банк. Вижу, вижу, вижу! Ты чё? Я не ждал, да, слышал. Первый, первый. Сейчас нажал, да, когда он уже не прожал. Сейчас. Ну да, я говорю сейчас, когда я сказал... Репорт, короче, я кидаю долбоёбу, кто туда пошёл. Я сказал, там не надо драться, вафли ебаная. Просто конченая, блядь. Просто твоё нытьё надоело, вот мы хотим это побыстрее уйти от тебя. Какой безмозглый даун. За 46 минут нафармил себе хуйню лютую, блядь. Бля, давайте нет, ты анализируй игру, мог ли я фармить. Ты это анализируй, пожалуйста, мог ли я фармить. Фармил ли ты тоже лес мой, типа того. Ты идёшь драться сюда, зачем ты? Вы все долбоёбы. Да это только что это фигня, это уже последняя стадия игры проигранная. Блядь, олень ебан. Ой, как стопаем, а. Там, походу, шейкер фиссуру нажал, походу. 200 IQ. Да, да, он, у него маны нету. Он фиссуру нажал. О, блин, шейкер без маны теперь. Ну, это, по идее, типичный шейкер, ну, за тебя. Когда ты стоишь на хардлайне, или у тебя шейкер саппорт. Он дает фиссуру, убегает. Просто мана кончается. Да, да. Он этот фиссуру 150 урона. Нет, это, по идее, олдскульный шейкер. Также раньше играли. Тупо прокачивали фиссуру, стояли у своей вышки, потому что против триплы стоят. Да. И, короче, вообще просто экспу воруют и раз в минуту дают фиссуру. Борба, заходи. When you like it, that song. Yeah. Yeah, it's fucking good. Incredible. Plans, not for you. Not for you, not for you. What? You have moment of... But you're falling money? Oh, don't, please, bro. Please, bro. You 6 HP, HP, stupid, stupid. Nice, small, small, CCT. Bro, why are you gay? Man, Blue, shut the fuck up, I hate you. Okay, okay. What the fuck, Maxim? I hate you. 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 Dată cu inima mea pentru altcineva. Девочки, мальчики. Ну еще еды за шушка чуть-чуть считается. А что, Робик не играет? Нет, они начали из меня вкинь. Так ты вроде... Бег, ой, бег, запушка вон.
Вентром, вентром заходи. Что я не слег использовать? Вот твой большой. Джеки, давайте, Джеки, давай сами получаем кого кикнуть. Да я думаю, зеленого можно кикнуть, в принципе, издаться. Что-то просто ваше время и мое нечего. Да, блядь, реально все заканчивается. Издаться я не. Ладно, зеленый, давай ты поможешь, блядь. Дневник просто. Ради Аллаха. Или желтый ради Аллаха. Сделай что-нибудь. Боги Аллахи. Что? За что вы убили 500 тысяч китайцев на Нанкине? Домики нашли. Что они тебе сделали? Никого да, что они тебе сделали, блядь? В смысле? А этот за, приказ 731 ты никогда не слышал, да? Использование биологического оружия в Китае. Он как немец, типа, я не знаю про концлагеря, я такого вообще не слышал. Вообще не знаю. Я не знал, что на таком ресторане есть. Как немцы, короче. А вы думали, почему Райм смотрит аниме? Потому что он японец. А ты почему-то... Так. Ну, я-то не император. Я-то не император Японии. По идее, император Китая тоже Райм. Пуи, который. Загугли, Робер. Загугли, Робер. Сейчас. Это прям Райм. Бля, сейчас. Так, картинка. Ну, кстати, да, есть. Ну, он, знаешь, короче, в «Казском классе» же есть такой чел? Он его похож на одну из «Казских челов» из «Казского класса». Ты будешь по идее пиздец звонить. Мы можем из Милора Гунтанга сделать жесткого, короче, такого злого. Не, не надо. Злые брови сделаем, но злые брови сделаем. Сейчас, идеальный нос сделаем. Вот, что такое брокколи. Что за хрень? Это же нос Муры, по идее. Вот такой же нос у Муры, по идее. Примерно. Ай, блядь. Типичный тело в колл-центре. Да, по IQ совпадает. Быстро, быстренько, быстренько сейчас. Оп, смотри, заливка. Типа горилла, да, на самом деле горилла. А ладно. Смотри, отличная работа. Ну да, блядь. Блять, а чё он по пикселям хуярит, что ли? Смотри, вот, Русвич, твоя тема, бля. Чё там? Чё, белый медведь? Ладно, жиги, я сейчас сделаю новый этот... Это будет шикарно, по идее. Сохраняйте, джиги, сохраняйте. Разбираем. Юну сейчас с гориллой совместить. Вот, короче, Юну и там где-нибудь с краю маленькую вот эту гориллку, как отсылка. Да, что ли? Я сейчас нормально сидел. Нормально будет, там где-то с краю такая орангутанг сидит. Погоди, погоди. Это компромисс между нами всем. Нет, вот это сильно. Джо-Джо Бразерс, короче, мы проводим. Знаешь что, можем поставить наши лица, типа... Ну-ну... Джо-Джо же хотел, похуй, ладно, вот так вот. Вон, Джо-Джо... Это, смотри, Джо-Джо, у нас взять именно аниме. Вот на аватарку можешь поставить Джо-Джо Ванду. И гей с гориллос написать, да, блядь? А, забайте его. Просто ты бы видел себя со стороны, смотри, веду, оба резко влетают. Право, как в настоящем футболе. Ой-ё. Пеле. Ну, мои глаза только красивее. Да, меня, знаешь, я 3 часа приземлялся. Сейчас ты увидишь, да, когда тебе это было. Смотри, я лечу, все, я не могу ничего сделать. Так это же тинкер, ему вообще пофигу, там кто с ним стоит. Ему по кайфу. Опа. О, видели, нет? Ну, слушай. Ну, ему нормально так снесли лицо. Meant to be. Профессиональный хейтер. Ух ты, блин, он мне нормально лицо снял. Да, Разор тупой вообще, бомжар. Полный, он добивать крипов не умеет прям в ноль.
Блять, разор! Да чё не бил? Ты вообще не мешал? Ты крипов добивать сам не можешь? Добей хотя бы, ласхит. Ласхит для трусов, вы. Тебе и так никто не мешает, ты всё равно добить не можешь, какая разница? Я мешаю? Да тебе никто не мешает. Yes. А, лошара. Он, блин, едли попался, да? Едли, ты чё попался? Я сейчас реально убью тебя, сейчас там лич конь, да, спрекал свой чайник. Ты надеюсь, у Сларка там всё заебись, блин? Робер, Сларк вернулся. Робер. Скажи всем, что Роберт вернулся. Хорошо, хорошо. Джиги, Джиги, Сларк вернулся. Сейчас пойдем трахать. Повторяю, будем трахать челиков. Ну что он у тебя, Роберт? Итак, у меня есть ПТ. Арба Корози, ШБ и Сабля. Заебомба, что еще? Пока все. 30-я минута. Для Сларка это много. И фармить было непросто. Про тебя был один кунка. Ладно, ребят, все не так уж и плохо. Один хороший файт, и мы их можем трахнуть. Только у ВК уже Радик был на 17-й, я еще Транквилы взял. Ух, всем тупой сундук. Я никогда не беру арканы. Маны же много, а Роберт мал. Да, но ты не мешаешь фармить на разоре. Весь лайн только и руинишь. Джиги, сори, но как там у нас стинкер? У него все айтемы есть. Телепорт и бот, он на 30-й. Все как по ужину. Пиздец. Subshed! Boy next door! Fucking fuck this place!